декабря – Всемирный день волонтеров. В Чувашии действует 1700 команд. Это более 50 тысяч человек. Они работают в самых разных направлениях – в культурном, патриотическом, экологическом, спортивном, медицинском. В их числе молодые люди и добровольцы в возрасте. Сегодня в столичный город администрации чествовали лучших волонтеров республики. Они убирают улицы, навещают бездомных животных в приютах, помогают в больницах, домах престарелых, детских домах. Каждый человек может совершать хорошие поступки, но объединившись, они становятся великой силой добра. Добрые дела меня вдохновляют совершать ребята, которые рядом, потому что волонтерством я начала заниматься именно благодаря друзьям. После каждого мероприятия чувствуется усталость, но это приятная усталость. Ты понимаешь, что ты выложился на все 100%, на которые мог. Лучших из лучших награждают дипломами и памятными подарками. На сцену большинство из них выходит уже не первый раз. С каждым годом добровольческое движение в республике становится все активнее и интереснее. Проекты волонтеров выходят на международный уровень. Их труд очень заметен и ощутим. Эмоции самые лучшие, когда все вокруг меня единомышленники, которые меня понимают с полуслова. Кроме этого, мы получаем еще больше опыта, как быть коммуникабельным, как быть ответственным человеком и всю внутреннюю организацию мероприятий. Самые прям масштабные – это «Бессмертный полк» 9 мая, акция «Сань-1» 1 июня, сотый чемпионат России по легкой атлетике. Волонтерство – это не просто социально полезная работа. Это стиль жизни тех, кто решил идти дорогу добра. Помогать нуждающимся, дарить радость и тепло окружающим, делать мир ярче, а людей счастливее. Рифат Фаткулин, Юлия Дюкова, Валерий Резюков, Республика.